Перемены решать Феникс. Эти рисунки повсюду. Пролейте кровь, и недовольных поубавится. Нужно думать наперед, политик. Кто-то явно ищет внимание. Я тоже так подумал. Направь меня, и я быстро с этим по... Видишь этот краситель? Он довольно редкий. А что на остальных рисунках? В основном угрозы. Художники вообще ранят. Люди думают, что грядет война. И... Я убью его. Нельзя отвечать на... Она этого хочет. Феникс... Разве... Это оставил автор послания. Нужно показать торговцу. Необычная краска. Спрошу у торговца, где художник мог ее достать. Остался волос. Может быть, он из кисти художника? Спрошу у Агелоса. У меня есть пара вопросов. Задавай! Рядом с рисунками я нашел осколки камня. Это наждак, друг мой. Верный помощник гончара и... Наждак? Камень? Да, возле водопада... Этот краситель используется только в рисунках. Припоминай. Один? Кажется, да. В тот момент у меня ее... Осматривая рисунок, я нашел этот волос. Художники Наксоса часто делают свои кисти из волос животных. Так чей же это? Слишком длинный для оленя. Говорят, какие-то смельчаки срезают мех со здешних медведей. Что ни говори, художники народ... Чокнутый. Спасибо, Росо. В следующий раз купи что-нибудь.
Вот ты где, художник. Вот ты где. А я тебя ищу. Зачем? По просьбе, Феникс. Мне нужен художник. Ты. Ты убьешь меня? Решать тебе. Прошу, Мисти. Феникс — прекрасный лидер. Так ей и передай. Я лишь делаю, что велят. Безвольная овца. Не веришь в свои же послания. Я не знал, что все так обернется. Зачем ты это делал? Мне так поручено. Солдаты приказали. В их руках власть. Попытайся их ослушаться. Легко. Я не боюсь их. Я бедный художник. Архонт обещал столько драхм, сколько мне и не снилось. И вот чем все кончилось. Я перестану. Честное слово. Ты совершил ошибку. Большую ошибку. Признаешь это? Да, Мисти, признаю. Вот мой договор. Смотри сам. Мы закончили. Больше такого не будет. Ты что, не слушаешь? Это опытные убийцы. Не показывайся на людях. Погибнешь. Я это понимаю. Но меня должны увидеть. Пропагандист поработал на славу. Иначе Парос не победить. Уже слишком многие погибли. Прошу, уезжай отсюда. Аспасия?
Откуда ты тут? Алексиос, подыграй мне. Я вас прервал. Прошу, продолжайте. Так увлекательно. Я пришла сказать твоей матери, что ее ищут убийцы из культа. А здесь она на виду. А я говорила о Спасии, что иначе мне не заручиться поддержкой жителей. Мне убить солдат культа? Этого мало. Без доказательств никто не поверит в вину Пароса. Найди их. Конечно. Спасибо. А я буду здесь. Заручусь поддержкой. Осторожней, они опасны. Знаю. Я уведу ее отсюда. Подскажи, где мне начать поиски? В пещерах под горой Зас. Не думаю, что убийцы признаются, на кого работают. Пожалуй. Нужно что-то надежней. Конечно. С радостью вам помогу. Вход в пещеру, а не там. Печать Пароса. И письмо зашифровано.
Убийцам заплатили деньгами Пароса. Что ж, лучше доказательств не придумать. Это мне поможет. Отнеси в гильдию торговцев. Это мои доказательства. А деньги пусть оставят себе. Конечно. Еще там было это. Полагаю, приказы. Выглядит знакомо. Это древний диалект. Полагаю, культ использует его для общения. Можешь прочесть? Эти деньги не от Силануса. Их дал кто-то из Спарты. Это невозможно. Я могу перевести, но поверь, это приказы спартанского царя. Знать в Спарте всегда отвергала культ. Культ как вода. Просочится в любую трещину. Но только не в Спарте! Спарта давным-давно изменилась. Порок проник повсюду, и Спарта не исключение. Они хотят насадить дисциплину в Греции, а сами гниют изнутри. Они выбрали не того врага. Мы спартанцы. Не забывай. Неужели? Здесь меня держат дела. Парус нужно остановить. А потом... Потом я вернусь. Ваши статуи сгинут. Если нужно, мы сожжем ваши храмы, чтобы избавить мир от крыс вроде тебя. Говори. Корабли из Пароса установили блокаду. Будь проклят, Силанос и его культ! Всюду они суют свой нос. Скажи, я скоро буду. Блокаду? Я отказалась платить дань Афинам, а Парус решил этим воспользоваться. Они опередили нас. Я могу помочь отбить гавань. Ты один против целой блокады? Ты права. Немного жаль, Парос. Береги себя и возвращайся.
гавань свободна. Надо уходить, пока не прислали подмогу. Мы почти готовы. Тимо? Сейчас идет погрузка. Капитаны ждут команды. Алексиос, идем. Что-то не так? Кроме нападения на мой остров и козней культа, нет. Но нам надо поговорить. Разумеется. Культ нужно остановить. Когда вернемся, в Лаконии будет опасно. Я привык. Да и ты. Здесь я знаю, кому можно доверять. Я бы сказала тоже и про Спарту, но новости про царя... Аспасия узнала, кто из царей помогает культу. Может быть и оба. Нужно освободить Спарту от порока любой ценой. Покончим с Паросом, остальное потом. Ты прав. Как будешь готов, жду. Можем отплывать? Я готов. Я буду ждать тебя. Со щитом или на щите. Пора нанести удар культу. Thank you.
Готовьте руки! Помедленней! Наксос безопасен. Вместе мы помогли здешним жителям. Но пришла пора покинуть остров и уничтожить культ. Они повсюду и нигде. Их последователям нет числа. С чего начать? Будем отрезать чудищу головы, тогда оно станет слепо и беззащитно. Спарта. Спарта? Там у меня остались союзники. Мы избавим Спарту от влияния культа, тем самым подав всем пример.
Это будет опасно. В Спарте они сильны. Значит, нам пора вернуться. Вместе. У меня здесь осталась пара дел. Как будешь готова, нас ждет Лакония. Но и тебе нужно кое-что сделать. Что? Найти своего отца. Кто? Его сложно описать. Он разный, но узнать его можно, лишь встретившись с ним лицом к лицу. Значит, ты не скажешь. Кое-что может рассказать лишь он сам. Ты поймешь, когда вы встретитесь. Ты найдешь то, что ищешь, на острове Тира. Штурман уже знает курс. Увидимся в Лаконии. Хорошо. Да хранит тебя Посейдон. Удачи. Тира. Что это?